Всем привет! С вами снова бьюти-бабушка и очередная распаковка корейской косметики. Давайте посмотрим, что же жадная бабулька заказала для себя на этот раз. Я заказываю всю свою корейскую косметику на eBay, потому что не люблю подделки, я люблю подлинную корейскую косметику. И со службой доставки FedEx вся эта красота обычно доходит до меня за 2-3 дня. Ну, давайте скорее распаковываться, давайте скорее смотреть, что же здесь на этот раз такое у нас с вами есть. Сегодня у нас на улице сильный дождик, ливень такой же, началась финская серенькая осень, но все же лучше, чем жара. И поэтому, наверное, в видео попадут и звуки дождя. И вот, что у нас сегодня с вами есть. И вот он, сегодняшний улов. Давайте его избавлять от хлопушек. И сегодня мы с вами все сделаем не так, как обычно. В этой посылке очень много всяких средств, но я, как всегда, разделю на две части видео. Но сегодня мы с вами посмотрим два вот этих роскошных набора. И давайте начнем вот, давайте с этого начнем. Потому что этот легче в кадре так уместить. И здесь у нас с вами просто самая настоящая сказка восточная. Так. И, конечно же, кверх ногами в лучших бабушкиных традициях. Это набор от корейского люксового бренда The History of Wu. Грядет осень, и бабушкина заинтересованность вот в таких роскошных сливочных линиях растет пропорционально тому, что выделывает за окном дождик. И в этом наборе прекрасно все. Посмотрите, во-первых, на крышку. То есть какая-то упаковка, да? Это же не то, что не стыдно дарить, да? Это просто шикарные подарки. Здесь вот в таком конвертике перламутровом у нас с вами аннотации. Поэтому меня девушки часто спрашивают, а вот что после чего использовать, я купила набор. Вот вы купили набор, и я очень советую вам заглянуть вот в эти аннотации. Здесь на всех языках мира все написано, даже на японском, на каком угодно. И загляните, посмотрите, здесь все абсолютно написано и расписано. И в этом наборе весь уход за возрастной кожей. Набор изменил свой дизайн, точнее, эта линия изменила свой дизайн. Это линия, которая возрождает нашу кожу, просто восстанавливает нам, делает ее снова молодой и красивой. И дизайн средств из этой линии претерпел полные изменения. То есть, посмотрите, какая теперь это роскошь. Изменилась крышечка, что удобно, здесь все снабжено помпочками, это замечательно. Здесь изменилась форма флакона, она теперь вот такая, вот квадратная, точнее прямоугольная. И здесь вот как эполеты золотые. Это что-то потрясающее. Здесь в наборе что у нас имеется? Тонер, эмульсия, в маленьких версиях тонер и эмульсия, сыворотка и версия небольшая крема, которая тоже претерпела изменения. Сейчас крем у них тоже выглядит по-другому. Какая роскошь! Так, я все-таки нашла, не поленилась. Вот так вот выглядели и большие баночки, да, то есть полностью изменился дизайн. Баночек, нет, бутылочек. Это другой же набор. А вот так вот выглядел крем в предыдущей версии. Сейчас совсем по-другому. Ну, понятно, что большая версия крема тоже красивее, тоже очень стильная. Ну, вот изменилась крышечка. Теперь здесь узоры корейские. Кстати, вот об этом креме для кожи вокруг глаз. Здесь вот эту банки хватает на год из этой же линии. Я в одном из видео тоже делала обзор и выложу ссылку в инфобоксе под видео. Он сейчас есть в пробничках. Поэтому, кто хочет собрать себе бюджетный уход, то бегом просто бегите в мои ссылки в инфобоксе под видео. Там будут хорошие пробники. И эта линия имеет нежные, просто нежнейшие воздушные текстуры сливочные. Давайте посмотрим очень важный момент. В эмульсии есть ли у нас
Пумпочка, ура, в эмульсии есть пумпочка. Знатоки корейской косметики меня поймут. Корейцы любят и умеют вместо пумпочки делать здесь дырку. Из этого бутылька приходится эту эмульсию вытряхивать. И какой порядок ухода? Тонер, сыворотка, эмульсия и крем. Ну и крем для кожи вокруг глаз тоже в этой линии имеется. То есть вы можете абсолютно целостный сделать набор, и это будет замечательно. Давайте я вам покажу консистенцию крема, потому что крем здесь, посмотрите, да, как он просто бесподобен. Давайте возьмем немножечко попробовать. Да? Какие сливки воздушные просто. Просто какой-то шелк я наношу себе на руку. Смотрите, кажется плотным, но как быстро это все превращается в бальзам. Все, он исчез в коже, да? Вот вторую руку проведу, второй рукой. Ни липкости, ни жирности. Какая кожа сразу мягкая. Как он праймерит. Это бесподобный праймер. И восточный нежный аромат. Чудесные ароматы у этого бренда. Для кого эта линия? Эта линия для тех, кто летом не был обделен, скажем так, солнышком, кто летом веселился, отдыхал, ел жирное мучное сладкое и баловался коктейлями вкусными. И для тех, кто хочет укрепить кожу к осени, то есть нивелировать все действия отпускные, да, на нашу кожу и подготовить кожу к осени, потому что осень это, конечно же, прежде всего ретинол. В эту линию, когда закончится вот эта вот маленькая сыворотка, но маленькие размеры вас не должны волновать, это очень надолго, но когда она закончится, можно будет вот к этой красоте добавить любую косметическую хорошую сыворотку с ретинолом. Она войдет вот в этот набор просто как родная. Это будет что-то потрясающее. И это для кожи любого типа. Потому что, как мы с вами заметили, это все сразу впитывается. И это крем. Другие средства еще легче и прозрачнее. Если у вас жирная кожа, вы просто можете, например, кремом пользоваться на ночь, а днем оставлять только эмульсию. То есть для жирной кожи это будет тонер, сыворотка, эмульсия и гуляй, Вася. А вот вечером тонер, сыворотка, эмульсия и крем. Потрясающий набор. Конечно, это роскошное что-то совершенно. И это отличный подарок, скажем так, почему не для себя любимой. Мне кто-то в комментарии под видео, девушка одна написала, ваше видео о любви к себе. Да, я с ней полностью согласна. О любви к себе. И я поняла ее комментарий. Она в хорошем смысле это написала. И в хорошем смысле я его и поняла. Действительно, себя имеет смысл любить. Почему нет? Что же у нас нехорошего-то себя не любить? И давайте с мыслями о себе любимой распаковывать вторую роскошь. Это тоже корейский люкс. Да, что-то тут выглядывает. Тут выглядывает нечто шокирующее. Во, ты иди к бабушке. Так. И тоже кверх ногами. Ну ничего, ничего. Мои зрители привыкли к коробочкам кверх ногами. Посмотрите, какая роскошь. Очередная корейская. Это корейский люксовый бренд Sum37. Его знаменитая линия Waterfall. Но в этом году он нас по весне обрадовал новой подлинией. И это все замешана на глубинных пробиотик. Линия потрясающая и не менее потрясающий набор. Давайте поставлю так на крышечку, чтобы он был к вам поближе. Да? Очень иногда хочется прямо вот поделиться в экран, все это засунуть. Ну, видите как, современная техника еще не дошла до таких возможностей, когда можно дать пробничек понюхать подружке по интернету, да? Или вот так вот взять и просто засунуть кому-то в экран эту красоту. Здесь вообще-то есть палочка, она куда-то завалилась. Я думаю, что в процессе распаковки мы ее с вами найдем, да? Да. Потому что я эту палочку хочу. Она вот здесь вот присобачивается как элемент декора. Но это еще и для забора средства. Так, здесь у нас с вами аннотация. Снова на всех языках мира. Все замечательно и доступно написано. Как этим пользоваться? В этой линии,
Что самое потрясающее, это то, что при жидких воздушных текстурах, которые исчезают в коже, она несет в себе совершенно бомбический заряд антиэйджа. Мои ровесницы очень часто спрашивают, ну как же вот такой крем такой легкий, он же не антивозрастной. Те времена, когда антивозрастные кремы можно было резать маслом, канули в лету. И это замечательно, потому что представьте состояние девушек из жарких стран. И что, никогда антиэйдж не наносить? Поэтому легкие воздушные текстуры. Театр начинается с вешалки, уход за кожей начинается с очищения. И вот одну такую пенку я уже добила практически там на донышке в тюбике. Это какой-то восторг. Это просто потрясающие ароматы. Это средство очищающее, которое уже увлажняет кожу. После того, как я умываюсь этим средством, какая там стянутость, какая сухость. Это потрясающая нежная умывалочка. И ее аромат с легким оттенком цитрусовых, каких-то волшебных цветов и трав, он уже на весь день настраивает тебя, делает царицей, а вечером успокаивает, словно смывает часть твоих проблем, а то и все проблемы сразу. Тонер, жиденькая водичка, здесь он имеется в пробнике, в дорожной версии. Эмульсия, легчайший гель, тоже здесь есть в пробничке. Также здесь мы находим пробник крема и крем в большой версии. Посмотрите, какой он красивый. Здесь у него вот такая вот есть палочка. Это одновременно спатула для забора средства, одновременно вот такое декоративное решение. Совершенно потрясающее, да? Никогда не теряется, и за что отдельное спасибо бренду. Раньше вот это все было блестящим, глянцевым. И знаете, как все это заляпывалось? Ничто не бесит бьюти-бабушку так, как заляпанные баночки. Сейчас это все матовое. Можно трогать, можно гладить, можно умиляться, и оно не пачкается. Что еще есть в этом наборе? В этом наборе есть вот такая вещь. Это бальзам для губ из другой линии. Это кукушонок, подкидыш в этом наборе. И это роскошный антивозрастной бальзам для губ из линии Time Energy, энергия времени. Он омолаживает. Наносим под матовые помады, и они перестают, даже самые зловредные из них, вроде Huda Beauty, они перестают испепелять наши губы. Просто наносим на губы вместо губной помады. Губы становятся пухлыми, как я говорю, целовабельными, нежными. И напомню моим возрастным девушкам, которые меня смотрят, что уход за кожей губ важен не только ради того, чтобы они сами не шелушились, не были похожи на две сухие корочки. Вертикальные некрасивые морщинки вокруг губ тоже отчасти возникают не только от мимики, но и от того, что за губами никто не следит как нужно. Вот эти помады агрессивные. Женщины же очень сильно, очень часто пользуются губной помадой. Да? Где-то же было подсчитано, что за свою жизнь женщина съедает 5 тонн губной помады. Не знаю, вранье это или нет, но много-много мы ее едим. Поэтому за губами нужно, конечно же, усиленно ухаживать. И давайте, я вам так хорошо рассказала про все средства, давайте я вам консистенции покажу. Из-за чего тут такой восторг? Здесь не просто крем, это крем-гель. И он нежнейший. Это смесь крема с гелем. Посмотрите, какая роскошь. И для тех, у кого лето продолжается, для девушек из жарких стран, эта линия продолжает быть актуальной и осенью. Посмотрите, какая роскошь. Этот гель-крем проимерит. Сразу же готовит кожу к макияжу. Но иногда, вы знаете, когда на коже нет каких-то особых изъянов, которые нужно закрывать, ну не хочется такую кожу закрывать ничем. Поэтому уже многие из моих зрительниц пишут, что да, они ходят с голой кожей, без всяких тональных основ. Ну, может быть, от силы какой-то праймер или пудра легкая, дымка корейская, люксовая, да, чтобы все это не блестело. И эта линия актуальна у жительницы из жарких стран круглый год. Меня девушки часто очень спрашивают, а что же делать? Вот вы меняете линии зима, лето, осень, весна, а у нас вот тут вот круглый год лето, и что же мне делать? Ну, ничего не делать, нравится линия Waterfall. Значит, весь год, много лет подряд пользуемся линией Waterfall. Что ж тут такого нехорошего? В нашем климате
смена времен года очень заметна, и каждое время года несет с собой очень сильные перемены, заметные, которые сказываются на состоянии кожи. Если у вас все ровно, гладко, 12 месяцев в году, я не вижу никаких причин этот уход менять. А зачем? Чтобы что? Некоторые горе-блогеры, даже горе-косметологи утверждают, что к косметике кожа привыкает, начинает лениться, бред какой-то. Это, наверное, те же люди, которые утверждают, что кожа дышит. И кожа не привыкает, кожа не начинает лениться. Ленятся те, кто это говорят, ленятся почитать, наверное, какие-то актуальные вещи. Просто кожа стареет. И набор, который нам подходил в 35 лет, в 45 лет, конечно, нужно вносить какие-то коррективы в свой уход. Но это не происходит в течение месяца какого-то, да? Так что ерунда, спокойно, у кого есть своя линия, не тратьте вы деньги вот на абсолютно все, что показывает бабушка. Я всегда говорю, здесь цель не продать, здесь цель познакомить вас с обилием косметики. И поэтому нравится линия, все, радуйтесь. Вы нашли свою линию, сидите с ней спокойно, докупайте новое. Корейцы все время выпускают лимитированные издания, скучно вам не будет. Пожалуйста, все время что-то новенькое в пределах одной линии. Ну, такая сегодня у нас с вами получилась распаковка. И до следующего раза. Всем пока!